Еще раз приветствую, друзья. Это у нас район метро Братиславская. Вот туда, куда я поворачиваю камеру, вон за угол. Вон туда метро Марьино. Там Москва-река, ТЦ Мари, куда я и иду. Значит, опять только что я заходил к своему другу Владимиру Астафьеву. Ну, он очень озлоблен, я бы даже так сказал. Знаешь, вообще в целом, когда ко мне начинают относиться как к какому-то этому самому, да, с луны свалившемуся и так далее, мне это немножко странно слышать. Не то чтобы странно, не как бы, ну, слегка смешно, я бы так сказал. Слегка смешно. И, к сожалению, я уже про это говорил, все люди, в том числе близкие друзья, они все, значит, говорят, думают и действуют только про себя. Исключительно. То есть говорят и действуют себя и про себя. Поэтому, в общем, это надо учитывать. Наверное, я точно так же. И это грустно. Это, безусловно, грустно. Потому что, когда я сталкиваюсь с таким, как говорится, лицом к лицу, когда я понимаю, что твои друзья ничего для тебя не сделают, если это им самим не нужно. Когда сталкиваешься с неким таким этим, как называется, с определенного рода социальной озлобленностью, то это, конечно, меня печалит. Но, по ходу дела, это так и есть. То есть приходится жить в гадюшнике, в общем, и... Но при этом, при всем, понимаешь, я же тоже человек, так же, как и все. И я член общества, я не хочу пока что никуда за пределы общества. Но, знаешь, когда иногда какой-то момент ты начинаешь видеть некое лицо этого общества, то становится, конечно, настроение безысходное. Ну да ладно. Вон впереди ТЦ Мари. Сейчас у нас будет кофеечек, ребятки. С собой Монтейн. И в этом весь смысл. Что касается Майнкрафта. Намерение у меня выйти на какой-то новый уровень. Я уже читаю про эти редстоуновские механизмы. Там, я не знаю, может, еще какие-то варианты строительства посмотрю. Значит, ну, конечно же, надо будет его пройти, что называется, там, найти дракона, там. Максим мне написал инструкцию. Я купил блокнотик для Майнкрафта. И сегодня, вот сейчас я дойду до ТЦ Марии, в нем немножко попишу, в этом блокнотике. В целом, все еще раз. Все сводится к этому самому аристократизму мысли, про который я говорю. Все к нему сводится. И ты уж извини, что я повторяюсь, но пока что это неизбежно. Аристократизм мысли – это когда у тебя не раздирают никакие страсти, тебя ничего не подгоняет, когда у тебя есть несколько часов, а желательно дней, а желательно месяцев, а совсем хорошо, если лет, просто посидеть и подумать, просто провести их в спокойствии. Знаешь, еще какой довод, я тоже про это уже много раз говорил, довод в том, что 21 век на дворе. И, в принципе, понятно, что если все станут шопенгауэрами, да, то, по моей же собственной версии, зло никуда не денется. Но, ребят, мне кажется, что все-таки вот эта глупость и определенного рода не все-таки быдлянство, которое присутствует, да? Это, конечно, грубое слово, но я максимально спокойно настроен. Но, ребят, быдлянство присутствует. Вы спросите, а в быдлянстве кто виноват? Бог?
инопланетяне, кто? Само общество виновато в этом. Понимаешь? А в быдлянстве нет ничего хорошего.